Спрятал деньги в носках и карманах куртки. Жителя Луганска пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте Гоптовка. Как рассказывает начальник пресс-службы Харьковского погранотряда Оксана Иванец, 41-летний пассажир автобуса «Ровеньки» Киев заметно нервничал. Во время досмотра у него обнаружили пачки денежных банкнот на сумму 443 тысячи гривен. Контрабандисты, еще более 50 пассажиров автобуса, покинули пределы Луганской области через несуществующий пункт пропуска из Варина. Під час огляду в шкарпетках, в карманах, в брюках та в особистих речах в сумці було виявлено пакунки з грошами. Гроші було передано представникам фіскальної служби, про що було складено протокол про порушення митних правил. Самого громадянина, водія та решту пасажирів було оформлено в адміністративному порядку за порушення державного кордону. Кроме этого, в воскресенье вечером харьковские пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали 4 жителей Харьковой области. Они пытались перевезти в Россию товары военного назначения через местный пункт пропуска «Журавлевка». Оперативники заранее получили информацию о возможной контрабанде, поэтому провели тщательный досмотр. Было выявлено комплектующие до шифрующей техники и техническая документация до неї. На даний момент комплектуючі було передано представникам фіскальної служби. І подальшу долю правопорушників буде вирішувати суд. По словам задержанных, товары их попросил перевезти из Харькова в Белгород неизвестный, пообещав за это денежное вознаграждение. Виктор Ивашкевич, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».